Мокрый снег, ветер и минусовая температура ночью. Это прогноз для Крыма. Наш корреспондент видел, как уже занесло снегом крымские перевалы. Коротко, Максим Кошелев. Когда в начале октября вдруг начинает идти снег, и не просто снег, а самая настоящая метель, так хочется уехать куда-нибудь в теплые края. Но не тут-то было. Мы и так на юге. Этой ночью снег пошел в Крыму. Здесь, на Ангарском перевале, температура опустилась до -2 и повалил самый настоящий снег. На дороге он, конечно, сейчас тает, потому что температура днем поднялась выше нуля, но на склонах, как видите, он лежит. И снегопад продолжается. Единственная надежда водителей, которым уже приходится задумываться о зимней резине, это то, что синоптики обещают, что после выходных температура поднимется снова до +12, +15. Максим Кошелев, Виталий Зитковский. Подробности, телеканал Интер, Крым.